Чертов. Снизу стреляют. А вы хотите ко мне? Ну, я хочу. Мне вообще не нравится его дома. Давай. Зачем мне будили? Сами. Так, я пока проверю это место. Ну, так. Они фейерверки запускают. Мне кажется, они грохотом пытаются его прогнать. Да, но почему не сяву туда? Взорвался прям рядом с моей головой. Как ведет себя крикун? Рамин! Рамин! Че за щук? Такой. Чтоб это серый колонии за щук. Ну, вова, ниночка, спасибо. Дерьмож. Так, сдираем, сдираем ее. Я бью, я бесчину, без машины. Вова, партия миллиона и еще партия миллиона. Так, что там внизу? Вова. Спасибо, пожалуй, спасибо, пожалуй, пожалуй, спасибо. Да ладно. Пожалуйста, все. Нифига тебе, это мой. Никого. Нифига ты никого здесь удалено. Да пиво. Пиво. А ты что, холодильник. Понял. Ну это все мусорки. Офигеть. Что? Слышу, что? Слышишь? Это сирена? Нет! Ты че тупой? Это сирена и гадонет! А, понял! Вот и Максим! Я на этой куда-нибудь ходил. Я живу тут дома, все, мне здесь очень не нравится. Так, где? Что он там делает? Здесь только здесь, но это только банан. Ты че? Дэн! Да просто. Ты что на мне оставит? Дай мне панашек. И меня. Ну да, нет. Дай мне свои клюплины. Клюплины я люблю. А, я люблю. Не я. Отлично, так. Рыба здесь есть. Парни, не надо сегодня повезло. Так, а это что? Здесь есть. Это что? Очень странно, я дотронулся до кристалла, и у меня рука стала невидимой. Чего? У меня рука стала невидимой. О, что это? Это пиво, наверное, да ладно. Я пока положу в шкаф. Я исчезаю весь. Я становлюсь невидимкой. Ого. Да, я это нашел в шкафу. В шкафу. Ты это нашел? Да. Что это? Так. Я это уберу. Так, куда это будет? А, на кровати, да. Это капец. Ой, на кровати Максимова. Это чая фотка. Так, и что на ней испрошено? Что? Это я понял. Это Сергей Галонель. Чем больше я был невидимым, тем больше я видел. Что ты несешь? Короче, слушай, как только я стал невидимым, я стал видеть... Это серый галёнок, да? Блин, это уже... Что ты увидел? Короче, грибы... Ляна... ...что вокруг Башен-Сити летает ещё несколько крикунов. И они в панике, они как будто все прилетели за тем гигантом. Я там уже серый галёнок. Мне страшно, надо... Парни, там серый галёнок. Ну просто они не видят. Нет, там не видят. Да там видят! Ты шляша! Ну ладно, я тебе верю. Верю, что ты серый голод. Да я... Ну да, я видел. Я понял, в чем дело. Этот кристалл принадлежит крикуну. Он его просто потерял и стал видимым для человеческого глаза. Так вот, что он искал.
Вот зачем он обследовал здание за зданием. Он искал кристалл, который Может тогда вернуть ему этот кристалл? Стоп. Где моя туда эта булка? Что там мне за происходит? Смотри, ты все почти на ее машине. Он ползет по нашему зданию. Да-да. Ничего себе. Снизу кидают его какие-то крюки и пытаются стащить вниз. Стоп. Твари. Он же ничего плохого не сделал. Так. Он просто искал свой кристалл. Он так изранен. Подожди, кристалл. Вдруг он его увидит. Так, вы машину. Алло! Ярик, чё? Он тут. Когда я высунул кристалл, он вдруг загудел у меня в руках. Вот, чё это такое? Я чуть не выронил кристалл. И что дальше? Он резко взлетел вверх и завис над башней. Лена. И где он сидит? Мы же приехали! Таким счастливым я его еще не видел. Короче, он полный морока. Морока, ну и баку. Ну и пошу на рыбатку. На рыбатку не иди. Прикольный. Он взял кристалл и исчезает. Он поднял его куда-то вверх к маленьким щупальцам и расставил воздух. На чем набудели? Ты его спас. Представляешь, оказывается, эти гиганты летают у нас тут, а мы их не видим. Я даже поверить в это не могу. Спасибо, что вы досмотрели. А, ну что мы будем делать? Я кутился. Ты чё два раза горви? Вообще, я один раз горву. Значит, два раза косяли, да? Ничего. Ну чё, давай Так, ну давай мы прошли в этот домик. Ну давай, да. Все еще обижаюсь на родителей. Давай. А почему они тебя не отпустили в поход в этот дом? Да ты долго иди. Потому что я должен был закончить четверть без троек, а в итоге по математике тройка. И они тебя так наказали? Так. Да. Тук-тук-тук! Блин, вот есть ключи. Вот, ну, может, ты немного вот ключи. Отстой. С утра идет дождь, я из палатки. Нифига себе, какая серая балетка. А чем вы там занимаетесь? А ну покажи мне. Мы залипаем в телефонах и ждем, когда кончится дождь. Нифига себе, и он не сказал, что он из-за уточки пошел. Кукурузу. Я тоже. Да, там такой вот так. Вот какое-то развлечение. А не поздно? Так, вот сюда секреты. Так. На чем мы будем? Не мы, я не знаю. О, да,